Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, и чего бы, господа, я хотел начать, да? Ну, во-первых, смотрите, мы сегодня наблюдали небольшое укрепление по рублю. 81.30, на самом деле, это абсолютно, как вы понимаете, абсолютно несущественно. Причину этому, я так думаю, что связано больше, прежде всего, с тем, что пошла информация о том, что пакета не будет. То есть вот этот 11-й санкционный пакет, стали поступать, скажем так, оттуда информация о том, что все-таки они не могут найти, какие еще варианты санкций ввести. И вот на этом, я думаю, что больше всего именно сыграло роль, небольшое произошло укрепление по рублю. Да? Также смотрите, давайте посмотрим по доллару, что у нас происходило. Доллар у нас, смотрите, как ослаб. Сам конкретно доллар, он у нас ослаб. Причины этому тоже есть. Сейчас мы все это дело с вами разберем. Безусловно, господа, сейчас все это находится на самом деле в режиме ожидания. Просто банально сегодня у нас никакой абсолютный день с точки зрения каких-либо событий. Помните, да, что у нас сегодня было? Выступление представителей ЕЦБ, понятно, да, но там по большому счету ничего, как обычно, не это, как говорится, не без сюрпризов. То есть фактически там опять разговоры про борьбу с инфляцией и так далее. Дальше, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Даллас. Ну там, собственно говоря, информация получается тоже достаточно неоднозначная, то есть по большому счету индекс деловой активности, как обычно, все-таки продолжает в последнее время расти. В связи с этим, соответственно, как бы мы понимаем, опять к вопросу, рецессия, не рецессия, рецессии как таковой, естественно, нет. Но так как мы понимаем, что мы ждем на самом деле все впереди, то в этой ситуации, безусловно, эти данные, они не являются ключевыми. То есть приняли к сведению, но по большому счету, скажем так, это не влияло, соответственно, да, как-то серьезно. Но доллар на том, что все-таки увидели, что индекс национальной активности, скажем так, деловой активности, простите, достаточно все-таки неплохой с точки зрения рецессионных, нерецессионных показателей. Хотя тут тоже они как бы неоднозначные, да, то есть вот индекс деловой активности именно конкретно за апрель, да, он получается даже похуже, то есть он был минус 15,7, а стал минус 23,4. То есть здесь такие как бы признаки на самом деле рецессии указывают, даже индекс национальной активности, но он остался без изменений, там минус 0,19, да. Ну то есть неоднозначные на самом деле данные, в последнее время они так и выходили, то где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но в целом это как бы говорит о том, что если, соответственно, замедление какое-то присутствует, вероятность повышения ставок снижается. Ну вот на этом, скорее всего, доллар у нас небольшую взял паузу. Тем более, смотрите, нефть у нас, да, сегодня, она, по большому счету, сама не очень активно росла. Сейчас вам покажу. Она начала расти только уже после того, как доллар, как говорится, начал заваливаться, да. Вот смотрите, вначале она понижалась. Вплоть до 80-30 она опустилась, но до 80 мы все-таки не достигли. И произошел сразу после этого отскок, да? И вот мы видим, что мы уже практически 82,5 восстановили. До 80, еще раз говорю, да? Я вам неоднократно говорил, что я не верю, что мы все-таки 80 пробьем. Ну вот, собственно говоря, мы видим, здесь все-таки такой произошел отскок в районе 10-30. Это началось. Сейчас посмотрим, как происходило в этот момент с долларом. Да, вот смотрите, именно в 10.30 доллар перестал давить. То есть он вначале был в районе практически 102, да, 102, вот здесь у нас, ну, 101.85, да, то есть, ну, если брать предыдущие дни, как раз мы в районе 102 тогда и были, да, и сейчас вот непосредственно оттуда началось постепенное ослабление, и мы увидели, что в этот момент, соответственно, начал непосредственно расти нефть, да. Я думаю, что это как раз и совпало вот с этими событиями, когда там пошла информация по поводу того, что вот этот санкционный пакет, возможно, все-таки не будет принят, да. Еще раз говорю, данные эти пока не официальные, поэтому как бы основываться на них как бы тоже на 100% не стоит. То есть тут могут переиграть в любой момент. Теперь смотрите, значит, дальше мы ждали, соответственно, аукционы по размещению облигаций, да, и они, в принципе, прошли чуть лучше, чем были до этого.
где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. То есть несколько аукционов было. Вот. Но в целом мы видим, что облигации при этом, да, они у нас не стали расти, остаются в режиме ожидания. Вот 4,14 двухлетки. Ну и, соответственно, десятилетки у нас тоже находятся в состоянии пока нижней границы. 3,51, да? То есть все, конечно, понятное дело, ждут решения по ставке, ждут ВВП. Поэтому никакой сильной динамики нету. Я вас сразу предупреждал, что день будет абсолютно пустой на самом деле. И смотрите, сегодня у нас уже все. Как бы никаких больше событий нету. Ждать нам больше нечего. Поэтому мы с вами сейчас... прежде чем двинемся и узнаем, что будет у нас завтра, да, немножко почитаем наш телеграм-канал, да, который нам всегда подсказывает с точки зрения фундаментальных часто вещей, да, непосредственно, что же нам ждать по курсу доллар-рубля вот на этой неделе. Да. Значит, смотрите, как я вам и говорил, сейчас непосредственно, скажем так, дам прогноз многих аналитиков, да, вот тут написано конкретно у нас, что главным событием этой недели станет заседание Центробанка по ключевой ставке, безусловно, это о чем я вам говорил, когда мы с вами записывали в воскресенье обзор, да, который традиционно пройдет в пятницу. Наиболее вероятно, вот смотрите, господа, о чем я вам говорил как раз еще в воскресенье, да, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне. Ну, это абсолютно то, что я и ожидаю, да. Но определенно сохранит ястребиные сигналы, учитывая длительные и усилившиеся в конце первого квартала ослабление рубля. Ну, в это я на самом деле не очень верю, что там будут ястребиные сигналы особые, да. Скорее всего, ЦБ, как говорится, как в последней манере они выступали, скорее всего, будут тон такой, что мы за всем следим, мы, соответственно, будем быстро реагировать. И, как бы, соответственно, если там начнутся, например, какие-то проинфляционные риски и так далее, то, соответственно, мы довольно быстро можем вступить в игру. Но, еще раз говорю, неоднократно перед этим, да, я вам рассказывал, что та информация, которая поступала, на самом деле, она поступала даже наоборот о том, что есть вероятность, что наоборот хотят снизить ставку. Не повысить, а снизить. То есть это понятно, когда восстанавливается экономика, да, и, соответственно, требуется поддержка именно внутреннего производителя, да, своего, то, соответственно, конечно, рост ставок, абсолютно укрепление валюты – это плохо. А вот как раз ослабление – это как раз, собственно говоря, для них как раз самый лучший будет вариант. Да. Притом мы понимаем, что в этой ситуации, естественно, экспортеры у нас тоже пока не дозарабатывают, потому что официальные как бы сокращения нефти не начались. Нефть, как мы уже сказали только что, что она в принципе у нас отыграла, да, то есть вот опять мне достал этот трейдинг уже. Вот смотрите, да, 82.70 вот здесь конкретно идет уровень, считай, середины квартального коридора, да, и вот мы сегодня как раз в попытке выйти за него. Это говорит о том, что, как я и говорил, что 80-й уровень защищен. И вот мы сейчас пытаемся выйти за 82.70, чтобы спокойно опять начинать занимать вот этот диапазон от 82 до 84. И мы знаем прекрасно, что завтра у нас непосредственно наступят как раз данные первые по запасам нефти. Да? Ну, это мы, соответственно, сейчас разберем с вами. Поэтому в связи с этим, соответственно, да, мы понимаем, что... пока экспортеры не дозарабатывают, и как бы сейчас укреплять рубль, ну, это будет не совсем правильно. Более того, смотрите, господа, конечно, мы сейчас многие тем более спрашивают по поводу, а как же типа экспортеры, вот сейчас они будут продавать выручку, и как они, собственно говоря, укрепят или нет. Значит, смотрите, во-первых, первый момент, у нас сегодня 24 числа, да? Если мы посмотрим, у нас непосредственно начинается... подача декларации в апреле 25-го, то бишь завтра, да? И, соответственно, срок уплаты будет пиковый, я так понимаю, уже к 29-ти. Так вот, смотрите, 29 числа. Значит, смотрите, какой момент. Здесь уже мы просто включим, скажем так, анализ даже просто банально, как говорится, трейдеров, да, условно. Какой смысл продавать выручку, когда валюта начинает, наоборот, как бы дешеветь, да? Они, скорее всего, наоборот, подождут, когда валюта подорожает. А это, соответственно, может произойти либо на этой неделе, либо уже на следующем. Потому что, смотрите, на этой неделе ставка не принимается, ЦБ США, да? А на следующей неделе она принимается.
Но на этой неделе выходят всякие данные, ВВП, там, 5-10, да? Что, например, может поднять курс, там, до 82, например, да? Не выше, там, 82.50, как я уже говорил, да? Но до 82, например, может подняться. Если, например, ВВП выйдет хороший, то есть, например, рецессии нет, нефть резко устремится вверх, и в этот момент устремится доллар. То есть мы именно так на этот механизм смотрим, да? Мы не смотрим на то, что, ой, ВВП хорошо, значит, соответственно, экономика хорошо себя чувствует, нефть, соответственно, пошла вверх, и при этом, соответственно, доллар падает. Нет. Мы понимаем, что здесь будет не рыночный механизм. То есть, с одной стороны, это все как раз так должно было быть. То есть, доллар должен расслабиться тогда, да? Если бы мы жили в реальной, как говорится, ситуации, да? А так как мы живем в ситуации, когда Америка полностью манипулирует всеми рынками и манипулирует экономиками, да? То, соответственно, здесь будет история другая совершенно. Соответственно, как только нефть устремится вверх, доллар пойдет вверх. И тогда, соответственно, цены, ну, курс увеличится, да? То есть, соответственно, укрепится доллар. И вот там продавать выручку уже гораздо логичнее. Поднять, например, там 82, 82.50 и вот там начинать распродажу, да? Потому что уже понимать, что как бы понятно, что выше особо уже там вряд ли пойдет. Хотя, естественно, все будет зависеть от того, как будет вести себя нефть, да? Ну, в общем, короче говоря, мы получаем вот эту информацию, что как бы ЦБ, скорее всего, сохранит ставку, да? Теперь давайте дальше, как говорится, разбираться с фундаменталом. Смотрите, а вот тут у нас та самая, можно сказать, ответочка, по поводу, что действительно будет со ставкой. Проинфляционные риски в России пока не реализовались. Признаков их возможной реализации пока нет, заявил журналистам первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов. Я согласен с тем, что они существуют, но пока они не реализовались. И признаков того, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке. Сказал Белоусов, отвечая на вопрос, согласен ли он, что проинфляционные риски преобладают сейчас над дезинфляционными рисками. То есть... Вот мы и получили сигнал непосредственно, что инфляции нету, проинфляционные риски, да, они присутствуют, но они пока еще себя не проявили, что и требовалось доказать. А значит, мы опять получаем с вами какой сигнал? Правильно, что рублю укрепляться просто не на чем. Дальше поехали. Идет это постепенно. Вот смотрите, это к вопросу, когда мне там в комментариях часто пишут. Все, теперь от долларов надо избавляться, конец с долларом, 5-10. Нет, господа. И вот дальше мы получаем ответ на это. Идет это постепенно. Мы не ставим задачи завтра отказаться от использования долларов или евро. Пока идут расчеты за доллары и евро, пока есть экспортные и импортные поставки, мы используем, но стараемся переходить на более надежные расчетные единицы. С Китаем мы рассчитываемся уже порядка 70% в наших национальных валютах. И это будет дальше продолжаться, покуда страны-эмитенты резервных валют будут проводить такую политику, сказал министр. Вот и все. Это к вам ответу, насколько там средний срок, да, грубо говоря, уже надо полностью избавляться от долларов. Нет, еще вполне можно на них, как говорится, поработать и подзаработать. Так, значит, здесь у нас идет информация уже не связанная с долларом, рублем. А дальше сейчас будет. Ну, значит, смотрите, сразу. Во вторник, да, опять же, это будет тоже касаться, соответственно, курсов, да, почему? Потому что я уже вам говорил, отчетный период сейчас тоже имеет значение. И смотрите, вот завтра у нас во вторник, да, будет отчитываться Pepsi-Cola, General Motors, General Electric, McDonald's, Microsoft, UBS и RPC. Это все, между прочим, очень важные тоже такие крупные компании, да, которые непосредственно могут повлиять с точки зрения своей вот этой вот отчетной декларации, да, которые они будут показывать, то есть непосредственно их результаты, которые могут повлиять на то, что показать рецессия, не рецессия, и на этом тоже может отреагировать доллар, да, то есть индекс доллара может либо укрепляться, либо ослабляться, да, потому что как бы это вот как раз к вопросу той статистики, которую мы ждем по поводу рецессии, не рецессия. Дальше смотрите, вот это, господа, уже как раз коснется сейчас того, почему мы с вами такой подробный сейчас сделали календарь, да? И помните, я вам сказал, что я в этот раз указал даже такие страны, которые обычно я не указываю, как конкретно в привязке к анализу курса доллара-рублей, там, и, ну, соответственно, рубля вообще ко всем валютам, да? И смотрите, у нас, помните, я вам говорил, будет доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии. Помните, я вам сказал? И я вам сказал, говорю, вот это будет важно, потому что все это идет паровозом за США. Я вам это тоже все это рассказывал. Но в то же время у Японии обычно своя все равно есть политика.
несколько отличающаяся от США, но идет она всегда в соответствии с соглашением США. Так вот, смотрите, удивительно большая группа, это сейчас вот мы поговорим конкретно уже, до этого мы говорили с вами факторов, касающихся рубля, а сейчас конкретно доллара. Удивительно большая группа инвесторов считает, что повышение курса иены или юаня будет основной причиной падения доллара. Это к вопросу признак, скажем так, о причин, по которым сам непосредственно индекс доллара может постепенно получать снижение. Но опять же, господа, забегая вперед, сразу вам скажу, вот все, что мы сейчас прочитаем, да, это вот к вопросу, как работать с материалами, да. Вот смотрите, можно просто прочитать это, как говорится, да, и просто принять, как говорится, как есть, да. А можно, зная, как работают механизмы, вот из этого сделать определенные выводы, но понимать, что напрямую это так не будет работать. Вот смотрите, почему типа удивительно? Во-первых, новый управляющий банка Японии Кадзу Уэда, да, до сих пор делал все возможное, чтобы быть как можно более скучным, давая мало надежды тем, кто делает ставку на прекращение сверхсвободной политики, которая привела к ослаблению иены. Да? То есть иена у нас сейчас более слабая. Тем не менее, у Уэды есть удобное окно для отказа от контроля над кривой доходности. Это вот как раз мы с вами разговаривали, да, про то, когда облигации короткого времени действия, да, которые так называемые короткие, и, соответственно, те, которые более длительные, вот, например, как у нас там двухлетки и десятилетки, да, и вот когда они, соответственно, их доходность обгоняет, вот, например, короткие, да, обгоняет, соответственно, долгосрочные, в то время как давление на местные рынки ставок минимально. Если он решит действовать, это, вероятно, приведет к существенному укреплению иены, да, и есть свидетельство того, что даже небольшие изменения в политике Банка Японии, да, могут оказать чрезмерное влияние на валюту. Вот поэтому, господа, я вам здесь и сказал, что здесь мы будем следить в том числе и за той денежно-кредитной политикой, которую будет объявлять Япония. А еще, господа, она будет решение по процентной ставке объявлять. Поэтому это все, соответственно, может вполне быть. Но, смотрите, весь вопрос-то в чем? Вот мы с вами прочитали, и вот, казалось бы, когда там орут, там фундаментал работает, не работает. Так вот, смотрите, а мы понимаем прекрасно, да, безусловно, что как бы вот этот фактор есть. Но здесь же не указано фактора, что если начнут расти цены на нефть, то никакого слабого доллара не будет. То есть, если цены на нефть пойдут вверх, неважно, что там сделает Кадзу Уэда, да, раньше Курода был, вот, неважно, доллар тупо пойдет вверх, и он, соответственно, будет укрепляться. И всем американцам, да, вот ФРС и прочее, будет абсолютно по барабану, куда там ждут ослабления доллара, да, и что это типа должно повлиять вот непосредственно данные решения. Нет, это все может моментом быть сломано. Так, ну и смотрите еще один момент по поводу госдолга потолка США. Это, соответственно, опять к вопросу о том, как это может повлиять на непосредственно сам доллар. Министерство финансов, основываясь на свежих данных о налоговых поступлениях, собирается опубликовать обновленную оценку так называемой даты X. Что это за дата X? Это дефолт. Когда чрезвычайные меры будут исчерпаны и США больше не смогут выполнять свои обязательства. Новая оценка ожидается на этой или следующей неделе. Байден и Маккарти зашли в тупик, рискуя дефолтом, который может ускорить скатывание экономики США к рецессии во второй половине 2023 года. Но смотрите, господа, как это очень удобно, да? Вот это все разговоры про рецессию, мы помним, это все сдерживает цены на нефть на самом деле, несмотря на это. Они могут там долго договариваться, да? А в итоге все время грозить вот этой рецессией, да, и сдерживают цены на нефть. Байден требует более конкретных предложений и отклонил сокращение расходов, которого добивается Маккарти. А мы помним, да, что, между прочим, это как раз касается напрямую СВО, да, что Маккарти добивался как раз, прежде всего, сами республиканцы, которых он представляет, да, сокращение всех расходов на СВО на той территории, на которой мы знаем, да? YouTube очень не любит это слово, поэтому я его произносить не буду. Поэтому в связи с этим, да, мы четко должны понимать, что и ситуация геополитическая, которая находится там, да, она тоже связана вот с этими событиями. И в связи с этим, вот Байден, да, он как раз отклонил сокращение этих расходов. Он не хочет их сокращать, потому что они понимают, что вся эта резаная бумага, которая там находится сейчас и туда ушла, она до сих пор не окупилась.
и все вот эти ожидания контрнаступа, который, соответственно, должен окупить и оправдать эти расходы, он пока не наступает, и, соответственно, отчитываться Байдену нечем. Добивается Маккарти у коллеги-республиканца, поскольку условие снятия лимита – заимствование. Вот именно это как бы Байден не принимает. На этой неделе Маккарти предстоит серьезное испытание. Запланировано голосование по его плану увеличения потолка долга на 1,5 триллиона долларов, который включает примерно 4,5 триллиона долларов в виде сокращения расходов, против которого выступают демократы. То есть, смотрите, у нас еще появляется еще один фактор неопределенности. Притом, смотрите, он у нас выходит и на эту неделю, и на следующую. То есть, они будут объявлять вот эту дату X. Почему это важно, господа? Потому что, на самом деле, это, конечно, фактор ослабления доллара. Потому что, если, естественно, как говорится, доллар опять рискует там под дефолт и так далее, то, безусловно, он, конечно, на этом будет слабеть. Но! Мы понимаем прекрасно, что все это будет до поры до времени, что все это абсолютно на самом деле сильно не повлияет, потому что как только пойдут проинфляционные риски, то есть цена на нефть пойдет вверх, соответственно, доллар будет укрепляться. Более того, от непосредственно МВФ мы услышали все, что нужно было слышать. Они сказали, снижение ставок – это ослабление доллара. Мы этого не допустим. Все как бы, да? Вот этого достаточно на самом деле. А дальше уже все, как бы, как говорится, дополнительные мазки, которые по факту уже будут формировать окончательную картину. Ну и теперь давайте перейдем, господа, значит, когда мы уже получили с вами всю фундаментальную картину с точки ожидания, зрения, да? То есть мы понимаем, что, во-первых, все сейчас продолжает работать против рубля. Даже вот эти вот продажи НДПИ выручки я тоже пока не верю. И плюс, ну то есть, что они сильно как-то повлияют. Там какие-то там 75 там и так далее. Как там кто-то там очень, наверное, ждет. Вот, я в это не верю. Потому что, еще раз говорю, по реальности сейчас к этому нет никаких абсолютно вообще причин этого делать, да? Когда, допустим, начнет расти нефть, и она там, допустим, хорошо будет расти, выйдет, когда там, например, в район там 88, пойдет 92-94, вот тут, господа, мы уже можем пытаться рассчитывать на то, что здесь будет какое-то укрепление. При этом мы также понимаем, что доллар в этот момент будет расти, но это будет нивелировать друг друга, да? То есть доллар уже будет выполнять функцию чисто сдерживания. Ну, как он и сейчас, так-то он просто сейчас еще и давит. А там уже будет тогда выполнять только функцию сдерживания. Вот тогда может быть какие-то попытки в сторону укрепления. И то не настолько серьезные. С другой стороны, мы получили вроде бы некий сигнал на ослабление доллара, но который, я считаю, роли на самом деле не сыграют. Потому что если бы мы жили в реальной экономике, в реальном рынке, тогда бы да. Но так как мы живем в абсолютно манипулируемом рынке, который абсолютно подчинен тому, как делает ФРС и США, то, соответственно, никаких, как говорится, здесь причин на то, чтобы выглядело все это как должно быть, нету. И, соответственно, любые сейчас попытки вырасти нефти будут перекрываться долларом. И для того, чтобы бюджет России не пополнялся и не мог восполняться для СВО, и для того, чтобы вся эта резаная бумага должна была, соответственно, быть каким-то образом окупаема, а проигрыш в СВО фактически лишает лидерства США по всему миру. И это все прекрасно знают. Поэтому здесь ситуация простая. Ждем мы теперь завтрашний день. Завтрашний день у нас будет индекс розничных продаж Red Book, да, это так называемый. Это здесь будет как раз начнутся уже те данные, которые начнут публиковать по поводу экономики США. Насколько экономика США достаточно все-таки устойчивая, неустойчивая, рецессия, не рецессия. В общем, на индекс розничных продаж на самом деле это больше, я так понимаю, даже инфляционные будут данные. Соответственно, здесь может быть реакция. И достаточно, ну, скажем так, заметная, да, по непосредственно индексу доллара. Дальше. Индекс цен на жилье США. Ну, это статистика, которую отслеживают тоже достаточно пристально. Но я не думаю, что здесь будет прям сильная реакция. А вот число выданных разрешений на строительство США вполне может тоже повлиять
определенным образом на укрепление и на ослабление доллара, зависит от того, какие будут данные. Потому что рынок, скажем так, недвижимости был достаточно, не, скажем, в последнее время не очень хороший, и по факту он, скажем так, постепенно только-только начал снижаться, да? Индекс доверия потребителей СВ, это будет за апрель, это вот как раз будет непосредственно тоже касаться США, продажи нового жилья, опять же США, и дальше аукцион по размещению двухлетних казначейских нот, и самое главное, ну, на самом деле, вот это, конечно, тоже будет иметь значение, вся эта статистика, да, но самое главное, конечно, начнется в 23.30, недельные запасы сырой нефти по данным американского института API по нефти. И вот эти данные уже могут привести к достаточно серьезным последствиям. Но надо учитывать, господа, что я вам говорил, что на следующей неделе уже будет приниматься ставка, да? А в связи с этим нефть может несколько притормозить. Но есть вариант, так как вот смотрите, мы здесь видим уже 82.50 почти, да? То есть обратите внимание, мы восстанавливаем как раз квартальный коридор. Вот он. Это середина ровно 82.50. Прорываем и выходим на 84. Почему бы, если все-таки запасы пойдут хорошо сокращаться, то есть, опять же, вопрос спросу, да, то есть спрос будет расти, почему бы не выйти на 84 и уже закрепиться не ниже 83? То есть пробить вот этот коридор, да, вот эту середину, и закрепиться в районе 83-84. А дальше ждать ставку. И плюс, соответственно, официальные запасы. Этот сценарий вполне возможен. И вот тогда мы, господа, конечно же, увидим движение по индексу доллара. И тогда он, соответственно, с этого 101.30, вот он сейчас ушел, да? Я думаю, он сейчас быстро достаточно отыграет обратно 101.50. И вот тогда, собственно говоря, он резко может пойти в район 102-102.50. Это надо четко понимать. Притом, это может произойти прямо ночью. Еще раз говорю, факторы сдерживания есть, но... Вот лично по мне, я бы так и сделал. Я бы на месте саудитов и прочее, да, ОПЕК и так далее, восстановил вот этот уровень до момента, когда выйдут непосредственно данные по ВВП и ставке. То есть, чтобы уже вот здесь не пробивать, а уже здесь закрепиться и двигаться вверх. Поэтому вполне такой сценарий быть может. И это как раз приведет к тому, что доллар как минимум укрепится обратно на 81.50, и опять будет ходить там до 82, ну там 81.70, 81.80, вот в этой зоне. Вот такие, господа, у нас получаются события завтра. Давайте теперь пробежимся, значит, непосредственно по, скажем так, прогнозу, да. Значит, смотрите, опять же жду возврата по доллару-рублю за 81.50, но опять же не выше 82. По евро-рублю здесь, соответственно, от 90, да, и 90.50, тоже пока выше там 90.50, то есть на 91 я бы сейчас не рассчитывал до данных ВВП и так далее. По юаню, ну 11.80, 11.90 и, соответственно, не 12. Обратите внимание, 11.80 мы все-таки удержали. На 11.7 сходили, но удержали 11.80. Что опять же намекает на то, что все-таки мы будем в этом диапазоне 11.80, 11.90. Вот такая, господа, картина по мне, которую я ожидаю по валютам. И, соответственно, вот такие события нас ждут. На этом, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, всегда все подробно, и самое главное, в нем находится, всегда можете найти. Также я там на прямой связи, всегда можете меня написать, я всегда отвечу, проконсультирую. Также напоминаю, что, конечно же, мы будем делать непосредственно обзоры каждый день. Каждый день вот эти все события, календари, будем все сводить к тому, как это отразилось в итоге на курсе и какие будут дальнейшие возможные сценарии движения, да. Также я вам напоминаю, что курс у нас плавающий, поэтому каждый день события, каждое может отразиться либо вот такой маленькой свечкой, либо вот такой. Поэтому, если хотите быть, как говорится, всегда в курсе, подписывайтесь на нас и, соответственно, следите, да. Ну и, соответственно, в пятницу будем подводить всей недели, да, результаты будем смотреть. Еще раз напоминаю, на конкретно на эту неделю мой прогноз 82. То есть, при том, это не как верхняя будет граница по мне,
а как минимум уровень, который мы, скорее всего, в итоге закрепим. Но посмотрим. Максимальные значения не беру, пока 82.50 и так далее, это под вопросом, да? Но достигать мы их можем на том же Форексе. Ну и, соответственно, в воскресенье сделаю обзор следующей недели. Поэтому следите за нами и будьте в курсе.